Макев. Маленькая Грангильда, как будто бы это ребенок Грангильды. Да. Ой, у меня уже такой есть. А, ну, такой маленький. Небо. Ник. Далее. У-у-у, это самый редкий. Разокрыл. Как? Разокрыл. Круто. Привет, вы на канале «Как научить дракона с Евгением». Сегодня будем распаковывать вот таких дракончиков. Я их очень хотела. Я их купила с Pro.ua. И я их увидела и решила купить. Эти игрушки не оригинальные, поэтому я не снимала на них распаковку. Пришли мне две одинаковых фигурки. То есть два одинаковых героя. Но они в разных позах. Этот как будто бы рычащий на кого-то, а этот стоящий. А следующий у нас будет Грангильда. Грангильда — это Змеюбик, злобный Змеюбик. И это друг Беззубика. Она очень верная и помогает всем. Сейчас я его покажу со всех сторон. Вот ее мордочка. Итак, следующий дракон у нас Грызокрыл. Грызокрыл — это верный друг Валки. Это его всадник. Но сейчас я его покажу со всех сторон. Вот его мордочка. Вот его мордочка. Дальше. И вот кто у нас. Это Тихушник. Почему-то он мне пришел белый, а нужно было красного. Ну, ладно уже, как надо. И как он подкрадывается, когда его ждешь, когда его не ждешь, а он к тебе подкрадывается. Сейчас я его покажу со сторон. Вот его морда. Дальше. У нас идет Кривоклык. Тоже самый Кривоклык. Это у нас Кривоклык такой. И это тоже самый Кривоклык, только смотрите. Это же подделка, а это оригинал. Но посмотрите на его рот, он рычит же. И сейчас я этих двоих покажу с двух сторон. Посмотрите отличия между ними сзади. У этого есть узоры на крыльях, а у этого нет. И шипы не коричневые, и даже хвост не коричневый, как у этого. Поэтому это
считается подделкой. Итак, сейчас я вам покажу их двоих мордочки. Вот у этого мордочка. Вот это. Мордочка вот эта вот. Дальше и у нас шипорез. Шипорез, у него очень сильный хвост, которым он бьет врагов по лицу. И он вот такой вот рычит. Сейчас я его покажу со всех сторон. Вот его мордочка. Дальше у нас на очереди идет снежный призрак. У него здесь спина белая, хотя это здесь с оттенком голубым цветом. Но должно быть с белым, как я видела. Вот он. Сейчас я его покажу со всех сторон. Вот его мордочка. И дальше у нас самый последний. Это смертолап. Смертолап — это появившийся дракон нового класса. Это ночного фурии класс. Он самый страшный. У него на хвосте есть жало, которым... Еще он не использует плазму, он использует яд, а также использует кислоту. Сейчас я его проверну со всех сторон. И вот его мордочка. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайки и колокольчики, а я буду вам придумывать новые видео. Всем пока!